SSC Тотара. Макс Алит отпала. Бензин чистый, как вода Ниагара. Летит сквозь дым берега. Это входящий угол. Он на счетчик вам не интересен. Соседский. Не соседский, он был на металлобазе. Мелкий ОТ. Хотел задать, да нет. Какая-то наркомания. Ну ты видел, да? Альберт, там живой? Да. А, видишь что-то? Ну, столб дыма. Это поля. Поли. Вон, дед уже нахуй задыхается от этого дыма. Давно было. Мальчик. 80-х годов. Мальчик! Мальчик. Бананчик! У нас эти манчики мерседесами заменили. Да. Заведи? Да. Вот эти гончоки. У нас КамАЗы, блядь, ездят они. У нас тоже, по-моему. У нас всё, эти, шакманы китайские ездят. Пародия на КамАЗ. Китайского производства. Но гончоки стал в образцах, можете видеть. Стоял прямо перед домом. Еще у меня какие-то странные специфические диски, смотрите на это. Ну что, нормально. Чисто дизайн и что. Заебемба. Моцик. Знаете, какие бочки у него? Хули ты бочку качешь на меня, блядь. Это другой моцик. Через недолго. Придумаем. Поехали! Чайка. Спать. Фотограф. Набережная. Что, фотографом будешь где-то след в будущей жизни? Нет, так. По приколу. Он был, походу, им в прошлой жизни. Чайки. А, блядь, куда съебался. Поймать чайку, да не получилось. Черт, он хотел поймать, что ли? Чайку хотел поймать. Ну, ртом, что ли? Нет, руками поймать чайку, потом принести домой и зажарить ее. А я думал, так в сухомятку сожрать. Да нет, зачем? Пока она живая. Ну, мальчик, ты что? Вот эти номера, большие номера, особенно на фуа. И что это за регион такой, ДПР? Донецкая Народная Республика, вот что это за регион такой. Да, у них такие свои номера есть. Я их часто вижу. Как вам вот это? И смотрите еще, что написано. По-моему, эту девицу скоро на гриль пустят. Может быть. Цыплят я вам, может, показывал. Гляньте, какие. Петухи, куры. Это того петуха я немножко напугал. Он начал летать по вольеру. Это ладно, X-Ray. Рядом Веста стоит, с другой стороны Гранта стоит. Обратите внимание на фамилию. Потенциальный сын Дмитрия Киселева, учитывая, что у Киселя дача в Кукубели, которую я, собственно, видел из фотографии. Потенциальный сынок Киселева, пацаны. Серьезно. Совпадение, не думаю. Ага. Он сейчас вьюхнул, но за ним понял. Прыгал, слушай. О, привет, ноулимитс. Мак, думаю, поймет. Бля. А Мак здесь? Здесь? Я тюнингую машину в Ворлде. А я просто сфотографировал
да. Вот фиест как полнится. Вот. А, гольф, поцаны немножко, а там еще Бэмка вон на заднем плане стоит. Рейнджою хорошо увидеть. БХ отдельно. А это вот. Хотите поржать. Внимание. Что? Все персонажи в одежде. И при этом еще в воде. Как это можно понять? Это, по-моему, это монтаж. Не, серьезно, видите, все в одежде, и при этом еще вода. Типа они в воде находятся. Это как так? Мастера фотомонтажа. Реклама. Какой-то странный тарантас, я сфотографировал. Что это за машина, я не знаю. Мак, смотри, Макс, узнаешь. Сейчас, Сейчас, погоди. Какой тарантас? Ну-ка. Фото. Белый. Сейчас, это Тойота. А смотрите, сколько в Крыму стоит стиральный порошок. Смотрите на эту цену. Не охреневайте. Ты чё? Чё, в смысле, я лагаю, что ли? Я пугаю. Нет. Я не хочу тебя напрягать. Ты угораешь, у нас такой стиральный порошок меньше 500 стоит. 2,5 килограмма. По-моему, это Гет. В смысле? Да, это Гет ушел.
но еще это было. Это дед пришел. Ну и чё он молчит? Кстати, дед, ты это видишь? Я его не слышу, зато. Пош пропал. Так я его тоже вообще не слышу. Игра опять Что-то глючишь, не пойму. Это Дискорд затупил. В смысле Дискорд затупил? Да, обновляться начал, блин. А, вроде получилось то, что получилось, ладно. Я уже думал перезагружаться, но обошлось, ладно. Продолжаем тему. Мою демку видать? Альберт, здесь? Да, я тут. Ну вот, смотри, как тебе такой ценник. Мастеральный порошок. 859. 2 килограмма. Я, наверное, сейчас перезайду. Колонну врезался. Thank you.
Так, сейчас найду, мы еще одну интересную полточку. Писали бы за полточку. Смотрите на демку на мою поедущую. Да бля, возьмись ты в руки, заебаны. Альбус здесь? Да, я тут. Смотри. Видно что-нибудь внизу? Да ты заколебал. О, наконец-то у меня игра загрузилась. Видишь что-нибудь у меня? Демки нет. А? А вот что-то появилось. Угу. Или демки не вижу. А вот так у меня. А, понял. Кто там стучит? Не я точно. Не Альба точно. И не я. Гет. Паш. Ты видишь это? Так. Чего, я вижу, слышу, скотинку. Склон, деревья, солнце чуть-чуть светит. Мне было. Сейчас. Вот я вот так вот постоянно и делаю эти скриншоты дурацкие. Давай, наш любимый скриншот мастер. Ну я вот именно стараюсь такие места находить. Буквально. Так, блин. Не знаю. Трак подобрать, конечно. Mm.
Не то. Знаешь, и вот так вот бегай по 500 метров. Ищи новый ракурс. Новичок еще прохожу. Кстати, дед, как тебе такое? Сейчас. Нет, летом шло. Ну, как бы я сейчас нахожусь в заснеженном месте. А. То бишь на горе. Так смотришь, может, по-моему, сейчас снег идет летом. Можешь сфоткать и написать потом в посте. Всем приятного лета, называется вот Руфол. Но... Всем приятного и снежного лета. Прикусал. Снежное лето, прикусал. Еще что ли? Три половинки. Слушай, снежное лето. Сейчас сделаю вот так вот. Так, ага. Ладно, лишь бы не упасть сейчас, серьезно. Вот такой ракурс еще можно подобрать. Вот так вот опасно сигать горы. В этой игре. Видишь, тут хоть есть и снег, да, но при этом снег не идет, видишь? Сейчас, 3 секунды. Обновлю вкладки в опере. Да. Свои слова вкладок. Люки спецэффектов. Да кто-нибудь дубасит? Это какой-то удалённый клавиш. Ну да. А, такой... Бля, загрузка ЦП 100%. Только при загрузке опи, не разрели по выходу, как видим. Это опасно. Спасибо. Так, что у нас тут? Сейчас это же финиш должен быть. У тебя работает интернет, мама. Оп. Резался.
А ёк, кроме баба, сколько можно лагать? Ну блин. Два. У кого кто там у Мака так ядерно чихает? Я не слышал. Я слышал, что что-то похоже какой-то звук. Так даже я не чихаю. Да блин, идем придется уменьшать. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. И его тут стрелили. Как тебе такое, например? А, да нормально. Это не формалка, как по мне, с синими волосами. Я еще недавно с розовыми видел в реале. Наркомания, короче. Так. Так, сейчас ты увидишь, блин. Блин, чё? А, вот все, прогрузился макияж. Хотите поржать? Короче, Honor 9, материал корпуса, стекло, стеклянные телефоны, как вам это, пацаны? Ну, поздравляю очередных женщин, у которых в два раза быстрее этот телефон разобьется. Бля, я не буду его покупать, нафиг, я не хочу стеклянный телефон, что он нахуй? Гет, вот тебе еще одно. Сейчас погодь, я сам буду. Ага, к тому же у одной дичи есть встроенное FM радио в мобиле. А у Honor этого нету. Хе-хе, блять. Айфоны даже не рассматриваю, нахрен надо. Ибо они очень дорогие. А чё, нахрена мне это самое, оно вообще нужно? За что там еще? Ну, кстати говоря, уже айфоны приравниваются к обычной версии андроида. И хорошо. И по функционалу. Сейчас айфона вообще нету смысла покупать. Yeah. У них функционал одинаковый. Толк. Это тот. Это тот же самый кирпич. И чё, да, кстати. Только за большие деньги. Но. Это. Хотите трясти айфоном, типа, вот смотрите, у меня айфон. Да, и потом вот этот превращается в кирпич. Да. Ну его нафиг. Я не фанат. А, кстати. Дед, видишь демонстрацию экрана? Ну да. Красные, розовые сделай. Волосы. Нет.
Нет. Глаза розовые. Образу не подходит. Ладно, да, скажем, немножко так сделаю, чтобы быть похожим на тот или спать. Что за фигня? Когда-то в детстве смотрел, под жетик слышал, да, я настолько сторожу. Блядь! Я под НТ смотрел. Я врезался. Ладно, рестарт. Блин, как ты сейчас... Рестарт, нафиг, так. Вадим косяк и все. Не, я лучше пока игру сохраню. А то вдруг что-нибудь случится. И я выберу не то, что надо. Да бля. Разобраться. Бля, жаль, что в First World зеркало не работает, как в этом, в Pro Street. Тут как-то криво делается все. Угу. Особенно Диколи, наоборот, со стороны. Ой, ёптать. Я сейчас угораю нахрен просто. Чего? Да, с макой. Финишировал. Не, ну я не знаю, вот еще в принципе есть. Бля, блять. Несъемный аккумулятор, сука! Это можно не покупать сразу, это пиздец, тогда будет. Где ты видишь? Сейчас, секундочку. Но еще и дороже при этом. Вы не клаетесь. У одного флайвея. Несъемный аккумулятор. Фоны вообще стеклянные. Да вы, блядь, убираете, блядь. Что покупать тогда? Чтоб нормальное было. Xiaomi. Согласен. Ой, со своим Xiaomi, блин. Доминантом всех брендов. Huawei скатился, я отвечаю, я придумал. Я тебе скажу так. Huawei это дочерняя Honor. А, да не, наоборот, сначала Huawei был, потом Honor появился. Ну, а уже такая фигня, то что Honor стоит выше Huawei. Ладно. Не, дед, мне просто сейчас охота услышать твое мнение, иначе я просто дальше с мертвой точки не двину. Сейчас, секунду, подлечу Ромычу второго. Несъемный аккум. Это тоже так себе. Ну, блять, не съем мой аккумулятор, рулёк прогабай. Нормально. Пусть волосы в оранжевый перекрасить. Одежда зеленая. Да, сейчас прям. А они по-твоему какие? Так, а сейчас оранжевый, да. Прокрывался. Делай глаза как у инопланетяне. Дед, ты заколебал, я вообще-то по-нормальному спрашиваю. А, вот так нормально. Тогда нормально. Я со своей фантазией такую... На Оксана пишет, что? Заходите по к нам.
Все, пора возвращать, наверное, то, как было. Да, мы... Ой, блин. Ну и глюки в этой игре. Мы из М8 мне скинул Ромыч. Блять. Я в шоке. Слушай, ну и глюк. Ага. Здрасте. Блять, телефон новый выбираю себе, блин. Я открыл для себя то, что Honor 9 стеклянный, зараза. У него корпус, материал, стекло. Понятно. Хрен стеклянный телефон делать, блин. Да. Он как стеклянная кружка упадет и все, ему хана. А у другого Huawei, кто я рассматривал, несъемный аккумулятор, тоже, знаете, такое себе удовольствие. Откроется его и не скинет. Ну, что играет? Я вот все в шоке. На нем в МФС отыграл какой-то. Альба Фрим. Марк Волт, я в опе выиграю. Ну во что? Ну я наушники чиню. Это машина. Ох. О, так я же могу эти еще своровать. А, блин. Тут чисто, когда Хон в моих глазах опустился, так же кайф. Просто опустился. Понимаешь, у меня Honor 6X. И как оно? У меня iPhone 5S вообще, ёпта. Кирпич. Кстати, S-версия, она даже лучше, чем X. Я тебе так скажу. Альба, у тебя телефон какой? Стеклянный или нормальный? Скажи мне прям. Нормальный. А 9-й стеклянный ход чёрта сделали. Ну, пускай и дальше долбится свои фантазии об идеальном смартфоне. А, блядь, я в шоке. О, а у меня демка не включена. Материал корпуса, стекло. Да не нормальные, блин, типа производители. Телефон как стеклянная кружка. Как стакан. Уронил. Да, сейчас все телефоны стеклянными делают. А на кой хрен? Знаешь, если был бы он как стакан, лучше бы он как граненый стакан был бы. Вот Nokia, я понимаю, вот Nokia можно действительно кому-нибудь лицо набить. Чем мобилы? Ты прикалываешься? Да, Nokia 3310. Чего ты? Я скажу так, пожалей телефон, пожалуйста. Я даже не заметил, что ты пересолила. Талка у него хуже. У него по барабану. Да я у Денчика смотрю, как он проходит. Блин, я уже заколебался колупаться со скалами. Не знаю, зачем я пытаюсь подняться выше на скалу. Я тут, блин, сижу, думаю, что купить так, чтобы не протупить. Возьми это Xiaomi Redmi 7 и все. Купи какой-нибудь Samsung, серьезно. Ага. Денег дайте побольше, ага. Я не олигарх, знаете ли. Я думаю, что-нибудь 5-10 не больше. Ой. Смотри, больше 10 000. За 5-10 сейчас выпускают откровенно. С
Серьезно, сейчас за 5, за 10 тысяч ты просто купишь какой-нибудь высер и все. А лагать будет, потом еще вдвое больше. О, да ладно, я поднялся выше. Ой, только не соскальзывайся. Мы так слишком долго сюда поднимаемся. Я уже понял. Ой, да ладно. Как прям нерационально использовать место? Не знаю. Вот. Боже мой. Да, зашибись, конфеты на провода. Почувствую, когда ты гуманитарий. Серьезно. А какой он по характеристик? А? Он по характеристик. Ай, по характеристикам сейчас покажу на все. Такая сейчас сравнить. Если брать Android, только на Snapdragon. Ты угораешь. То, что Кирин и говно процессоры, и медиатековские тоже процессоры говно. Из чего это они говно, Кирины? Они говно, у них графика ущербная. Зажрались вы, уважаемые, со своих айфонов, простите. Вот так именно, я говорю про Snapdragon. Кирином. Вот, точнее, так, про процессоры Snapdragon и Xiaomi стоит. Ой, блин. Да иди ты нафиг со своим Xiaomi, блин, доминантом технологий. Поэтому я его и обсираю, то, что он доминант технологий. Можно Asus приобрести. Или Lenovo. А, Lenovo хренево. Не, они вообще ущербные. Они ущербные, эти Asus с Lenovo. Я купил себе Lenovo. Твои суждения об этом ущербные. Lenovo точно. Ах, хуй-то. Да когда-нибудь ты прыгнешь, нет? Что, не подкатываешь, что ли? Вот, смотри. А вот дальше опять. Я не собираюсь. Ты даже слышала? Вот как ты. Пять характеристик. Да ты ч? Нет, блин. Катывается и все. А сам если что, на моей демке характеристики посмотри. Ну я, блин, не вижу. Да ну нафиг. Как сюда и карабкаться, и на тебе. Немножко вниз, все вниз. Так. Немножечко прибавь. Как-нибудь. Масштаб увеличить, нет? Да, чуть-чуть. И немножечко влево. Я сделал винил. Угу. Во. Вот так вижу немножко. Да блин, не удергивай немножко. Немножечко влево. А куда влево? Вниз, вниз. Ага. Еще. Так, стоп, стоять. Так, Android 8.1. Ну ладно, это MediaTek, это ладно. 8 это что у нас получается, оперативка? А нет, что это за дата? Количество ядер, MediaTek-ский процессор. А, это же не ядерный. Оперативки? 4, да? MediaTek. О, да. А, ну то нормальный телефон, это. Камера не слишком интересует. Ну камера-то и красивая не нужна. Или тебе дешевый нужен, но хороший аппарат, чтобы
характеристики нормально, только камера слабая. Мне тебе нужно это и то. Но, а вот смотри, Хона, ты сейчас... Ай, оно увеличилось само по себе. Сейчас ты будешь угорать на полную катушку. А вот сейчас увидишь. Потерял коп за стекло. Взял коп за стекло. Он уже разобьется, говорит. Вот именно. Полный девятый. Вот так и вот сделали, извините. Один вопрос. Просто нафига его сделали стеклянным? Да был дело вот с двух придумком. А вот у этого потерял фокус и металл. У меня уже на пальцы от неучной клавиатуры горят. Вот так вот. Так что я осматриваю стебло вот мини за М8. Ну вот она, да, вот это вот мне понравилось. Ну-ка вот этот еще, по-моему. Сбыли, что это рычага, да? Тому его я этой фирме не доверяю, в принципе. Я ее не знаю. Я просто не знаю этого производителя. Sony. Какого? А Sony мне не нужен, нахрена он толкует его. Я у него выпуска 17. За решение Canon. У этого больше. Не слишком то он и отличается, количество цветов экрана. Ну и что? Безрамочный экран, в смысле как? Ну типа один миллиметр между концом этого как его, концом корпуса и концом, короче, краем экрана. Нет, мне такие не нужны. Материал корпусом пластик, ясно. Защитное покрытие экрана от царапин. Это защитное покрытие можно купить, блин, за сколько? За 150 рублей. Защитку, да. Я вот купил отдельно. Материал пластик, будь как у Антохи Леона. Грец, телефон, и все. Пластик. Пластик. Да, тоже что-то пластик не обрадовал. Я пластик сам не люблю. Сейчас даже вон эти. Сейчас все из пластика делают вокруг. Я пластик не люблю. Идеально. Android 7.0 ММ. Нафиг, тогда в таком случае здесь 8.1. Сейчас будем сравнивать тогда. Медиатек. Android 8.1 подойдет вполне. Да, и хотя они там знаешь, что в студию, то знаешь, что круто, все. Да ну нахрен. Ну техпроцесс у него выше чуть, ну и что? А ничего особенного. Тут лучше был. Power Wear. Оперативы меньше, всего меньше. Мод для карт памяти отдельный. Нет, Будешь можешь играть. Я вот меня пошел. Мне тут понравилось. Какой вот этот? Внизу. Ну да, мне тут тоже. Я вот тут это. Блин. А, ведь закладки. Может на Новый год себе такой приобретет. Сначала можно купить процессор для компа. Он же все в том. Может. Знаешь, что произошло? У меня кое-что интересное с телефоном. Я все закрываю нахрен. Блин, не с телефоном, а с тем, что он здесь. Телефон. Видео, короче, наоборот. Да. Когда смотришь на телефоне, видос нормальный. А когда перенес на комп, мне видос взял и сам перевернулся. Я с тормашками. Как это понимать? Видос сам перевернулся, без моего вмешательства. Может там ориентация поменялась случайно. Какую-то клавишу когда-то не нажал. Я не нажимал вообще никаких клавиш. Ctrl-C, Ctrl-V, больше не нажимал. Во, пожалуйста. Ага, вижу. А ты в самом плеере понастраивай, там это есть такая штука, повернуть видео. Я не хочу сейчас это делать, да? Ама, а где здесь такое вообще? Должно быть. Параметры, видео. Во-во-во, давай сюда щелкай.
Настройки. Что еще? Что еще? Не особо. Все. Автор регулирования громкости, графический эквалайзер, скорость воспроизведения, тихий звук, настройки видео. Это не то. Открой в другом плеере, если такая же хрень, значит... А у него нету другого! Вот в чём прикол. Так что до него сейчас я буду сейчас это всё на Яндекс.Диск загружу. Да еще там параллельно пару видосов, которые можно склеить. Это старые видосы, очень старые. Древние, я бы сказал. Яндекс заколебал рекламировать. Устроите супербыстрый Яндекс.Браузер. Так хочется сказать. Яндекс, уйдите также супербыстрый нафиг своим браузером. Так хочется сказать просто. Задрали, реально. Можете посмотреть на мою демку? Ну просто чисто вопрос. Сейчас. Нет. Смотри, мне вот в такой раскраске оставить? Да. Или же, смотри. Сейчас. Или в такой? В такой. А лучше в той, более насыщенной. А. Сейчас, подожди, тогда. А вот и сделал и то, и другое. Вот в такой, да? Да. Больше по кайф. Я такую и такую сделаю на всякий случай. Вот так вот. Ага. Почему он стандартный Microsoft Windows Play? Это наш готов? Здесь. Я уже лоял. Уэ! Грамотно научиться играть на гитаре, то можно и секты играть пробовать.